Фермер установил камеру, чтобы понять, зачем леопард каждую ночь посещает его корову, и то, что он увидел, вас поразит. Жители одной деревни в Пакистане стали часто замечать по ночам леопарда. Его видели на окраинах и в самом центре. Наблюдая за леопардом, местные жители поняли, что он всегда приходит в определенное место. Именно там, на самом отшибе, проживала семья одного фермера. На местных жителей хищник не нападал, но были страшные опасения. Так как охота на леопардов запрещена, люди обратились в специальный центр за помощью. Исследователи совместно с фермером установили камеру и обнаружили, что леопард каждую ночь приходил к корове. Корова кормила хищника своим молоком и вела себя так, словно это был ее теленок. Видимо, когда-то малыш потерял маму и голодный в поисках еды забрался на ферму. Исследователи продолжили охоту на хищника, но по странному стечению обстоятельств леопард внезапно пропал. Возможно, животное почувствовало опасность, попрощалось со своей приемной матерью и навсегда покинуло это место.